Всем привет! Эверест – высочайшая гора в мире, которая поднимается над уровнем моря на 8848 метров. Находится она на границе Непала и Китая. С этой вершиной связано много интересных фактов и событий. И это неудивительно, учитывая огромное количество людей, желающих ее покорить, и тех, кто уже на ней побывал. На Джомолунгме происходило много трагических и торжественных моментов, которые навсегда останутся в истории человечества. Мы же с вами поговорим о 5 интересных фактах, связанных с этой горой, которые заставят вас немного под другим углом посмотреть на самую высокую вершину, которую называют «крышей мира». 5 место. Самая грязная гора в мире. Бесчисленные фотографии документируют путешествия альпинистов на вершину Эвереста. Однако мы редко видим фотографии того, что они оставляют за собой. Эверест загрязнен не только трупами альпинистов, но и по некоторым оценкам 50 тоннами отходов. И каждый сезон это число растет. На склонах можно увидеть множество выброшенных кислородных баллонов, альпинистское снаряжение и так далее. Экспедиция Эко Эверест поднимается на гору каждый год, начиная с 2008 года, пытаясь бороться с проблемой, и на данный момент они уже собрали более 15 тонн отходов. 4 место. Оставшиеся на Эвересте. Температура на склонах Эвереста никогда не поднимается выше 0 градусов, а иногда даже может опуститься до минус 60 градусов, что создает минимальные условия для выживания. С 1953 года по наши дни при попытке покорения вершины Эвереста погибло более 200 человек. Несмотря на это, каждый год около 500 альпинистов пробуют проверить свои силы и выносливость, отправляясь к вершине мира. 3 место. Возраст поднявшихся альпинистов. Самым младшим покорителем Джомолунгмы является 13-летний Джордан Ромеро, который достиг вершины 22 мая 2010 года, а самым старшим является 80-летний Юитиро Миура, который покорил самую высокую точку планеты 23 мая 2013 года. В мае 2014 года два человека поставили новые рекорды. 13-летняя Пурна Малават стала самой маленькой женщиной, которая покорила Эверест, а 72-летний Билл Бёрк стал самым старшим альпинистом, который достиг вершины два раза – и с южной, и с северной стороны. 2 место. Слепой человек на Эвересте. В 2001 году на вершину Эвереста поднялся первый незрячий человек по имени Эрик Вихенмайер. Мало того, до этого он покорил все самые высокие точки на всех континентах. Вот что означает «невозможное возможно». Данный человек, кроме интенсивных занятий спортом, в том числе и альпинизмом, ведет активную общественную деятельность. Популяризирует спорт, читает лекции и пишет авторские книги. 1 место. Количество подъемов на Эверест. В истории есть несколько годов, которые так или иначе связаны с Эверестом и останутся в памяти навсегда. Так, 1974 год стал последним, в течение которого так никто и не смог покорить Эверест. Зато в 1975 году самая большая группа количеством 410 китайцев покорила вершину Эвереста. 10 мая 1993 года произошло самое большое количество покорений вершины мира, а именно 40. А Пашерпа и Пхурбаташи поднимались на вершину 21 раз. Спасибо за внимание. Буду признателен за активное обсуждение данной темы в комментариях. Ставим лайк, если вам понравился видеоролик. Подписываемся и ждем еще более интересные топы. С вами был канал «Только факты ТОП-5». У нас всегда свежие, горячие, интересные топы именно для вас. Удачи!